Мастро Понте Веккио. Сбор семян цветов – это ответственное мероприятие, процедура известна всем садовникам-любителям. Так собирать семена самостоятельно можно не только из овощных культур, но и из астр. Сегодня мы поговорим о сорте удивительной красоты. Астра Понте Веккио является помпонным типом с очень выровненным стеблем, который полностью покрыт цветами. Семена высевают на рассаду в конце марта при температуре грунта плюс 15 плюс 20 градусов, и они прорастают через 10-14 дней. Сеянцы необходимо содержать в хорошо освещенном помещении при температуре плюс 15 градусов. В открытый же грунт рассаду высевают под конец мая, не опасаясь возможных заморозков, так как астра прекрасно переносит перепады температур. Астра Понте Веккио является колоновидной долгоцветущей астрой с вогнутыми в середину лепестками и имеет густомахровое соцветие. Такая разновидность астры прекрасно подходит для клумб, рабаток, а также для выставочных стендов. Для выращивания этого сорта астры необходимо подобрать легкую почву, которая не перегружена перегноем, и к ней неплохо добавить песка.